Так, в общем, продолжаем дальше. Собственно говоря, остается 7 минут. 7 минут, ребят. То есть времени совсем практически нет. Ну ничего, мы успеем, все получится. На самом деле, тут главное, о, очень красиво сейчас подставил Изиду. Она свалилась, она не сможет помогать ребяткам. Осталось только уничтожить рельсу. Уничтожили. Хорошо. Теперь надо, собственно говоря, быстренько наверстать упущенные 20 захваченных точек. Нужно нам наверстать. Поэтому, ребят, давайте ускоримся. Давайте начнем что-то делать, потому что времени остается немного. У нас всего 6 минут. 6 минут, за это время нужно успеть многое. Поэтому 5,5 минут остается. Нам нужно перехватить у них точки. Поэтому не совсем просто. Не совсем просто. У них очень много нарщиков, они нарят. У них достаточно сильная команда. Поэтому нам будет сложно, но мы справимся. Я думаю, что мы справимся, ребят. Что мы сильные, мы можем. Вот, и вместе мы сила. Вместе мы можем, как говорится. Вот, поэтому не переживаем. Работаем, играем. Вот, значит, у них Изида в подвале. У нас Изиды нету, поэтому нам сложнее приходится, чем... Ну ничего, ничего, мы справимся и такими силами.